Ребята, всем привет! Сегодня решил обсудить с вами достаточно интересную тему. Почему у гимнастов такие крутые, большие руки? Мне стало интересно, я начал размышлять на эту тему и решил своими мыслями поделиться с вами. Но перед тем, как я это сделаю, хочу отметить три момента, на которые я не буду обращать внимания. Первое – это генетика. То, что все гимнасты примерно одинаковая композиция, у них не слишком длинные руки, у них примерно одинаковый рост, на это я обращать не буду. Точно так же внимание не буду обращать на то, что они используют дополнительную фармподдержку, потому что в любом виде спорта она используется, и она, конечно, оказывает свое влияние на мышечную гипертрофию. Но на это не буду обращать внимание. И третье, на что не будем обращать внимание, это на то, что у гимнаста все остальное тело не такое, скажем так, выдающееся, как руки, плечи и спина. Потому что если мы те же руки навесим на бодибилдера, то они будут смотреться не такими уж и большими, как на человеке, у которого не слишком развитые, скажем, прямо ноги и тоненькая талия. Вот на эти три момента я не буду обращать внимания. Но несмотря на это все, вы со мной согласитесь, что руки у гимнастов такие, которым позавидуют многие. И причем они же-то не гонятся за тем, чтобы у них были такие руки. Это побочный эффект их тренировок, побочный эффект гимнастики. Особенно упражнений на кольцах. Именно в этом я вижу весь секрет столь развитых бицепсов. Потому что, во-первых, они очень много подтягиваются разнообразными способами, высоко подтягиваются, и это дает стимул на то, что для того, чтобы развивался бицепс. Но и еще это то, что они очень много выполняют движений статических. Когда рука у них в растянутом положении, будь то на самолете, будь то на кресте, когда идет изометрическая работа над мышцей, которая полностью растянута, именно она позволяет формировать объем руки, объем бицепса. Потому что в противном случае, если в таком движении бицепс будет слаб, то попросту сломается локоть. И в этом я вижу весь секрет того, что так ярко выражены бицепсы. Потому что они работают в большинстве своем как стабилизаторы. А мы знаем, что статическая изометрическая работа, она очень энергоемкая, она очень эффективная. То есть комбинация тяговых движений динамических с стабилизацией в статических позах дает вот такой ярко выраженный эффект. Еще что я хотел бы отметить по поводу того, почему у них так развиты руки, это то, что они тренируются не так, как тренируются классические бодибилдеры. То есть нет такого, чтобы мышца отдыхала, тренируясь один, а то и всего лишь два раза в неделю. Они-то тренируются больше, они тренируются и по времени дольше, и упражнения выполняют больше. Больше идет нагрузки на мышцу. Никто не обращает особо внимания на тем, чтобы мышца становилась как-то красивее, округлее. Обращается внимание на то, чтобы становился сам атлет сильнее и мог технически более грамотно, красиво и презентабельно выполнять упражнения и связки этих упражнений. Еще хотел бы отметить то, что они тренируются в основном с 5 лет и закладывается фундамент, именно базовые упражнения, когда они делают гимнастические, закладывается фундамент для построения в дальнейшем тела. Вот так и получается, что человек, которому бицепс не нужен, обладает идеальными руками. А тот, который гонится за бицепсом всю свою жизнь, не может себе накачать и грамма. Теперь подведем небольшие итоги. Мы с вами оговорили основные моменты. Теперь же нужно понять, что нам с вами использовать в своих тренировках, для того, чтобы укреплять руки и делать, кому интересно, мышцы больше. Но прежде всего хочу, конечно, еще раз отметить тот момент, что они не гонятся за объемом рук. Точно так и нам не нужно гнаться за руками, нам нужно гнаться за силой, за элементами, за тем, чтобы мы могли быть более компетентными в гимнастике. И это будет ключ к тому, чтобы руки тоже становились крепче, больше и так далее.
по чуть-чуть я тоже планирую в ближайшем будущем начинать осваивать новые элементы на кольцах. Кольца меня не оставляют, они меня будоражат сознание, мне все больше и больше хочется развиваться именно в работе на этом замечательном снаряде. Я поглядываю в сторону, потому что сбоку от меня они вот здесь висят. И для того, чтобы на них работать, нужно освоить хорошо и перекладину, и, собственно говоря, брусья, отжимания на кольца, чтобы потом лучше шли. Поэтому я заказал себе резиновые эспандеры, с которыми в скором будущем покажу свои тренировки. Кто заинтересован и кто работает в этом направлении, пишите свои мнения, пишите комментарии по данному вопросу. И обязательно, если я что-то упустил по поводу того, почему у гимнаста такие большие руки, дописывайте, будет очень интересно почитать. В общем, примерно набросал и структуру дальнейшего развития, работа на кольцах, и немножко приоткрыл занавесу, как это будет происходить и для чего это будет происходить. Для того, чтобы становиться крепче, сильнее в руках, а возможно, еще побочный эффект будет увеличение объема рук. В общем, на сегодня все, ребята. Пишите свои мысли. До скорого. Пока-пока.